Перепелка. Ярчик сюда так вяжет. Там будет спать. Спать будет на подушечке. Потому что ночь наступила. Будет спать. Зайчиком. А мама покачает Эльдарчика. Давай мы нарисуем маму. Мама. Мама тут пришла, будет качать Эльдарчика. Эльдарчик будет спать. Сказку почитаем, где мама Белочка качала своего сыночка. Да. Вон там книжечки наверху лежат. А по домам, где Ледон ходят дрема и сон, ходят, бродят по ночам, на реснички дуют нам, чтобы мы в кроватках спали сладко. Сладко. Видишь, ночь наступила. Луна на небе, звездочки. Они взяли подушечку и тут спать. Домики. Там люди спят. Ночью. Мама зайчика качает. Качает. Баю-бай. Под кусточком на ветке. Баю-бай. До утра уснули детки. Баю-бай. Вот мама зайчика качает. Это ее сыночек. Он лег в свою кроватку. Здесь мама нарисовала, что Эльдарчик лег спать в кроватку. Да. Мама тоже своего сыночка качает. Давай дальше смотреть. Ой, птичка зевает. Птичка зевает, открыла свой клювик. А ты кормил птичек? Да. А что ты им давал кушать? Хлебушек. Да. И сам кушал хлебушек. Да. Там были большие птички-голуби и маленькие птички-воробушки. Они кушали хлебушек. Золотые рожки. Месяц, луна ночью. Ходит в небе месяц. Золотые рожки. Говорит он Пете. Говорит он Свете. Поскорее глазки закрывайте, дети. Вот у домики там детки спят. Это светлячок летит с фонариком, светит. Звездочки на небе, ночь. А это сова. Птичка такая большая, она ночью не спит, она ночью летает, а днем спит. Да. Сова. Ой, зайка голову склонил и на лапки уронил, вот так. В уголок сложив игрушки, Мишка тупает к подушке. Даже серый волк-волчок лег послушно на бочок. Вот так. Это зайка будет спать, а это Мишка идет спать. О, тоже зевает Мишка. Это его друг, игрушка, волк.
И у Эльдара есть друг игрушка Монстрик. Эльдарчик с ним тоже спит.